Здравствуйте, дорогие лондончане и гости столицы. Я благодарю жюри Российской недели кино в Лондоне за то, что мне дали награду за лучшую мужскую роль. И не просто награду, а золотого единорога. Это жутко приятно, потому что кто же в наше время не хочет получить золотого единорога? Да дураки, наверное, только. А я взял и получил. Представляете, как здорово? Более того, очень радостно на душе, что в далеком-далеком королевстве, в городе Лондон, люди посмотрели наше кино. Кино, которое создавалось в любви и в прекрасном процессе, который сам по себе уже самодостаточен. А то, что за него еще призы дают, так это вообще прекрасно. Спасибо вам за внимание и с наступающим вас Рождеством!